Ну, по поводу синергии, мы, ну, мы отвечаем за те цифры, которые мы представляем. Вот, на наш взгляд, синергии, так сказать, таковы. Там написано более 200 миллионов, мы не написали, насколько более, но, естественно, мы придерживаемся достаточно консервативного взгляда. Я не знаком подробно, так сказать, с тем расчетом и теми цифрами, о которых вы говорите. Вот, но то, что мы показываем, и то, что мы показываем. Наш взгляд, так сказать, сегодняшний, исходя из тех данных, которые есть, тех планов, которые существуют, на объем, как бы, синергии. Что касается руководства, то ну, в текущей конфигурации, собственно, что произошло? Компания МТС приобрела контрольный пакет компании Comstar. Значит, соответственно, вследствие этого компания МТС получает большинство в совете директоров Комстара и соответствующий, так сказать, контроль над советом директоров. Но Комстар при этом остается отдельным бизнесом, который, так сказать, имеет также миноритарных акционеров и должен развиваться, собственно, как отдельная компания. Естественно, учитывая синергии, которые будут работать как для МТС, так и для Комстара. Вот, но вместе с тем, в соответствии со своим уставом, правилами, процедурами, так сказать, законами там, и так далее.